программа, которая позволяет сделать ваш телефон превратить в сигнализацию, которая будет реагировать на движение либо звук. Программа работает, насколько я понял. Кроме того, вы можете свой телефон положить, допустим, в сумку, либо повесить на дверь, и если кто-то открывает, либо произойдет движение, либо какой-то звук, телефон подаст вам сигнал, достаточно громкий. Вот здесь можно выбрать режим реагирования на движение motion, здесь можно реагировать на sound, и здесь на движение и звук. То есть вот эта зеленая граница, у меня зеленая, не знаю, как у вас, тоже, наверное, зеленая. Вот эта нижняя граница у двух, здесь и здесь. Ее, конечно, можно увеличивать. Это является границей срабатывания на движение, либо, соответственно, на звук. То есть, если вы чем тише говорите, хотите, чтобы среагировал ваш телефон и подал сигнал на более тихий звук или на более движение, вам эту, как бы это сказать, вот этот ползунок необходимо опускать вниз. Вот смотрите, я сейчас включу и произнесу какое-нибудь слово. Вот, начался 4-секундный отчет, и я произнесу слово. Всем привет! Либо я, допустим, он сейчас прореагировал на звук, я хочу только оставить движение, и включу на motion, и попробую тронуть телефон. Включаю сигнализацию. Через 4 секунды начнется она активная, и трону немножко. То есть такое приложение можно где-то в детской комнате оставить, либо в сумке оставить телефон, чтобы если кто-то возьмет ту вещь, в которой находится телефон, чтобы он подал вам сигнал. Вот такое приложение достаточно удобное.